Всем привет, с вами Марс. Сегодня мы поиграем в Deus Ex Human Revolution. Это будет такая разовая акция, что-то просто захотелось поиграть. Скачал, установил. Я уже проходил эту игрушку. Но вот как-то так. А решил поиграть и почему-то захотелось записать это. Это будет обычные даже серия. Я не планирую делать по нему прохождение, потому что это такая долгая стелсовая игрушка. Да, тут можно все пройти в стиле Рэмбо, но зачем? Так что попробуем так. По-прежнему? Почти. Что значит почти? Был разговор с Монреалем. Как только потребуется, спутники вещания наши. Надо потерпеть неделю-другую, и народ будет готов к нашему возвращению. А клиники? Мы держим их злашно. Они будут нас слушаться. Я думаю, стоит подождать референдума. У нас нет времени. Созыв научного комитета в следующем месяце. Но настроения среди делегатов меняются. Я думаю, если дать время... Нет. Обнародовав свое открытие, шериф вынуждает нас действовать. Мир не изменится в одночасье только потому, что так хочет бегать шериф. Кроме того, мы ничего не сможем сделать, пока наш чип не будет готов. Я думал, вы близки к завершению. Добиться устойчивой работы интерфейса на основе нервной системы сложнее, чем предполагалось. К счастью, благодаря Дэвиду, я знаю, где копать. Как сообщают из Вашингтона, люди продолжают стекаться в Капитолию. Большинство требует, чтобы Конгресс запретил все попытки изменять возможности человеческого тела. Это реакция на заявление Дэвида Шарифа, специалиста по биотехнологиям, который утверждает, что в его компании найден способ починить эволюцию в воле человека. Ученые из Шарифа всем уважении к вам, мэр. Надеюсь, у вас будет два отряда охраны на взлетной полосе. Нет, мы не пойдем через терминал, это небезопасно. Да. Рад, что вы понимаете. Спокойной ночи, тупица. Что-то не так? Не у меня. А вы все время теребите колье, доктор Рид. Порвете. Что ты, мэр? Тебе уже приходилось представлять свою работу. Тогда было иначе. Тогда это были просто слова. Но это открытие, Адам. Это прорыв, как законы Кеплера, как розетский камень. И в чем проблема? Захотят узнать, как это вышло. Меган, мы отправляемся через... Адам, ты здесь, отлично. Что-нибудь нужно, босс? Да, перед отправлением я хотел бы посмотреть планы по обеспечению безопасности. Меган, вы готовы? Почти, Дэвид. Перепроверяем данные. Ладно, поторопитесь. Чтобы ты могла поразить этих всезнаек федералов, нам нужно добраться до Вашингтона. Ненавижу, когда он так делает. Брось, я прогуляюсь с тобой. Да. Добро пожаловать в Deus Ex Human Revolution. На записи она будет подлагивать, и это потому, что эта игрушка первая, по-моему, в своем роде, вышла с совместимостью с DirectX 11 режимом. Адам, Дэвид ждет. Нам нельзя его задерживать. Внимание! В лаборатории допускаете только уполномоченные лица. Что ты имела в виду, Мэг, насчет того, как ты это сделала? Может, мне следует что-то знать об этом месте, о шерифе? Меган,
Погоди. Мы никак не можем избавиться от отклонений в искусственных клетках. Но повышенный уровень нейропептидов в этой плоти может свести на нет всю клетку. Ладно, я перепроверю это. Не верится, что ты спрашиваешь правду. Ты здесь достаточно давно, чтобы знать. Эрик, ты не собираешься бегать от меня, верно? Даже не думал об этом, доктор. Мне кажется, я знаю, почему показания Декона приходят к заразке. Избыток пептидов? Я думаю, причина в гибели глиальной ткани, которую мы обнаружили после сплайсинга с белка антагониста. Был бы у нас хороший цитометр. Были бы неточные данные, которые... Посетители не должны оставаться. Я попрошу Дэвида подумать об этом. Если он закажет прибор в Page Industries, может, нам достанется еще одна кофеварка. Ты слишком глубоко копаешь, Адам. Мы делаем доброе дело. Мы помогаем людям преодолеть физические немощи. Да, только вот почему-то большинство наших клиентов военные. Далеко не все. Мы работаем с учителями, врачами, строителями. Осторожно, Эдди. Эти коробки стоят больше, чем тебе платят. Нет, все уже готово. Для Вашингтона? А! А, доктор Ри, это генерал О'Нил. Доктор Шевченко сказал мне, что работа над тайфуном продвигается. Да, если бы не Василий. Как я говорил, сэр, основа тайфуна – видоизмененный боевой корпус наподобие того, что надет на мне. Я улучшил его, снабдив фигурными микрозарядами, которые приводят в движение стальные пулы. А проблема обратного пламени? Решена с помощью динамических клапанов. О, смотри. Давай. Когда все будет готово? Боюсь, мне надо бежать. Василий знает все подробности, генерал. Конечно. Да, мы же предстоит повысить. Точно. Учителю без этой штуки никак не обойтись. Ты не понимаешь. Военные заказы помогают нам держаться на плаву. Но нейронные импланты, которые помогают быстрее соображать, реагировать, они могут сильно улучшить жизнь. Жизнь каждого. Дэвид годами говорил об этом. Да, он любитель поговорить. Он хороший человек. Признайся, Адам. В глубине души он тебе нравится? Мне все нравятся, доктор Рид. Ну да, конечно. Далеко идти? Кабинет Диана. Я забыла оставить ключи, чтобы она погуляла с Кубриком. Знаешь, он так вырос. Все время роняет горшки с цветами. Он уже разбил ту самую вазу? Я ее убрала. И обнесла забором, как ты собирался сделать. Да, так и не собрался. Прости. И ты мне. За очень многое. Адам, я кое-что... Я... Добрый вечер. Ричард. Так вот, у нас все готово. Фарида, надо спешить. Увидимся на площадке, Адам. Ага. Я не помешал вам, Дженсен? Не, я уже починил фаервол. Фаервол нельзя починить. Можно найти дыру и ликвидировать ее. Ты ее ликвидировал? Да. Рассказать тебе как? А, подожди, я забыл. Бывший коп. Вряд ли ты поймешь. Бывший спецназовец. Ты будешь удивлен. Шариф и тебя хочет видеть. Афина. Она хочет показать мне, как отслеживать локаторы, имплантированные нашим ученым. На случай, если принятых тобой мер в Вашингтоне окажется мало. Не окажется. Джентльмен, очень приятно видеть вас обоих. Заходи, Адам. Он ждет. Афина, это новейшие GPL-локаторы с шифрованием. Каждый 10 футов. У нас большой день. Все на месте? Да, сэр. Полиция проводит нас к Капитолийскому холму, а там нас встретит служба безопасности. Отлично. Как там наша девочка? Нервничает. Ей нужно просто показать им наши разработки. Она тебе все объяснила? Честно говоря, мы не вдавались в подробности, босс. Это потрясающе. Все эти поборники чистоты обвиняют нас в насилии над природой. Но на самом деле Маган всего лишь нашла способ использовать то, что уже заложено в ДНК. Это гораздо проще и безопаснее, чем все, что сделал Хью Дэррелл.
Внешний технический сбой. Лаборатория, 6-й подотдел. Руководители проектов просят немедленно отозваться. Пожалуй, нам не стоит рисковать. Не сегодня. Спустись туда на мои плечи. Код знаешь? 0451. Узнаю, в чем дело. Админа, пусть кто-нибудь выключит этот грохот. Да, сэр. Ну чё, блядь. Вот и поехали. 0451. Вот и началась заваруха. Притча, где Меган? Она уже отозвалась? GPL-локатор говорит, что она в микрохимической лаборатории. Кажется, она бежит. Черт, похоже, с оборудованием серьезные проблемы. Ты можешь посмотреть на нее? Пытаюсь, но камера не отвечает. Какие-то помехи непонятно откуда. Выясни, что происходит, Дженсон. Скорее. Причард. Ну, тело интересное, в принципе. Игра сделана в стилистике киберпанк. Так, прыжок. Как целиться? Так, на щифте приседать. Ты как, товарищ? Никак, вижу. Так. Ну, приседай. Дженсон. Ну, Дженсон. Ну, японам мать. О, что-то зафризило. Ну, хер бы с ним. В принципе, двигаемся. Так. Ага, правая кнопка мыши прижиматься к укрытию. Все пока нормально. Все горит, япона мать. Полно трупов. Понятно. Так, куда идти-то? Так, поехали. Вентиляция, Deus Ex, все как надо. Динамическое начало, все очень классно, очень быстро все, с места в карьер. Так, ну тут вроде никого нету. Так, а вот и первая схватка. Что-то тут как-то особо церемониться с ними не будем, потому что, ну, как бы, не для того, чтобы тут как-то долго возиться или это все по стелсу проходить. Просто пройти как можно больше за 15 минут постараюсь. Девушка мертва. Печально. Пожалуйста, только не убивайте.
что там, блядь, происходит? Ого. Не, ну тут все нормально, смотри. Да, капец, как я стреляю хорошо. Так. Ну вот, как бы 15 минут и прошло, но постараюсь дойти до какого-то логического, что ли, финала, так сказать, моего взгляда на игру. Потому что игру я прошел, и все это действительно очень и очень круто. Кто не играл, бегом скачивать, не то чтобы покупать, но хотя бы скачайте, поиграйте, попробуйте. Если кто не знаком с серией Deus Ex, это беда. Твою мать, чё там? Чё там такое? Кто раскидал вооруженную охрану? Не понимаю. Детка. Это невидимка. Прикольно. Больно. Хорош. Ребят, не надо, может быть, а? Ой. Да, вот вам и логическое завершение. Да. Высунулся я, вот и получил. Что ж, вот так вот мы сегодня поиграли в Deus Ex Human Revolution. Всем спасибо, всем пока, до новых видео. Если кому эта тема интересна, так подписывайтесь в комментариях. Всем пока, с вами был Марс, до новых видео.